Новицкий. Хороший силовой прием. Это Артюхин. И еще один силовой прием. И все в рамках правил. Пытается его спровоцировать на драку. Артюхин готов, но лучше этого не делать. Михалик провоцирует его. Жидлицкий. Опа! И он Михалику врезал. И удаление. Причем сразу два главных арбитра подняли руки. Артюхин явно хотел психологически, во-первых, чехов встряхнуть и наших команду. Встряхнуть, и чехов немножко запугать. Помните, на Олимпиаде в Ванкувере силовой прием против Ягра? Когда, в общем, этот прием имел такой резонанс немаленький. А, между прочим, Михалик, один из лучших бомбардиров чешской сборной, это вот то, что предшествовало следующему эпизоду. Михалик лежит в центре площадки. В состоянии гроги, как говорят боксеры.